10-скоростная цепь, которая уже полежала сутки в керосине, и 20 минут в ультразвуке со стиральным порошком. Видно, да, что нифига она не отмылась вообще. По крайней мере, мне такое состояние не нравится. Вот у нас есть еще немножечко керосина. Сейчас я туда ее закину, поболтаю и посмотрим, насколько он хорошо ее отмоет. Полдня вымачивания в керосине. Нифига. Нифига, все равно очень много смазки осталось на цепи. Но цепь, конечно, стала, по крайней мере, уже более эластичная. Но все равно не вымывается. То есть надо какой-то другой растворитель пробовать. Kissing and running, kissing and running.